Всем привет! Давно я не показывал ничего нового про дозиметры. И вот сейчас я покажу сцинтилляционный детектор для смартфона, который называется Atom Fast. И это старшая его версия, содержащая кристалл йодида цезия, активированного таллием размером 8×8×50 мм. Чувствительность детектора такова, что от естественного фона он дает 10-11 импульсов в секунду. Вот, можем, например, послушать это. Вот сейчас жестом включим ему щелчки. И вот вы слышите, насколько часто он их регистрирует от естественного фона, который здесь составляет примерно 8,5 микрорентген в час. Вот. Самое интересное, что весит приборчик совсем немного. Сейчас я вам это покажу. Оп. Вот чуть-чуть меньше, чем 45 грамм. Вот такие вот дела. Спасибо за внимание.